финал, дамы и господа. Главный заезд сегодняшнего дня, да и, пожалуй, всех выходных. Это финал Unlim 500+. 20-й выпуск этого невероятно захватывающего состязания. Кто за белого, а кто за черного, господа? Итак, выкатываются на старт автомобили. Два одинаковых по сути, но я думаю, что разных по доработкам автомобиля. Внешне очень различаются. Ну да. Они... Спойлеров нет, кстати, на обоих, что интересно. Да, у черного Ducktail, утиный хвостик. У белого вообще ничего, спойлера никакого. На стейдже черный. И старт. На стейдже белый. Все, внимание, на старт. Срываются с места. Лучше реагирует Адам, но вырывается вперед у нас сейчас Марат. И кто же? Марат или Адам? Адам или Марат? Я не знаю, кто выиграл. Реально. Мне кажется, Адам победил. Белый ГТР, левая дорожка, Марат, Nissan GT-R, JDM Parts одерживает победу в фестивале суперкаров Unlim 500+. Дамы и господа, это был заключительный заезд сегодняшнего дня, в котором победу одержал, еще раз напомню вам, участник под номером 15, Марат на Nissan GT-R, JDM Parts в упорнейшей борьбе.